16 лет назад, 1 марта, псковские десантники вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба в Аргунском ущелье в Чечне. Несмотря на многократное численное превосходство, солдаты не оставили своих боевых позиций. Они стояли до конца, предотвратив порыв бандформирований на территорию Дагестана. 84 бойца из 90 погибли. 22 военнослужащим посмертно присвоено звание Героя России. Среди них и наш земляк Александр Камягин. Ежегодно в память о тех событиях и погибших солдатах у мемориальных памятников проходят митинги. Школьникам рассказывают о тех событиях и вспоминают минуты молчания бойцов, которые ценой своей жизни стояли до конца. Самому старшему из 6-й роты было 37 лет, самому младшему – 18. 21 десантник получил звание Героя России посмертно. 1 марта траурные мероприятия прошли на месте ее дислокации в городе Пскове. В Тамбове почтили память бойцов 76-й Псковской дивизии возле Воздвиженского кладбища. Родственники нашего земляка Александра Камягина вместе с другими участниками митинга почтили память погибших минутой молчания.